Серега, что делаешь? Да скоро зима, выбираю Лерке подарок, шубу или машину. Машину? По цене шубы? Да, есть такие, кейкары из Японии. И в этом видео давайте разберемся, что лучше подарить вашей женщине, шубу или автомобиль. И сегодня у нас на обзоре не шуба, сегодня у нас как раз таки машина. Honda N-Wagon 2015 года в комплектации. Друзья, если вы смотрели наше видео из Японии, то я упоминал и в рассказе про Японию, про аукционы и на дорогах Японии мы также снимали очень много кей-каров. Это маленькие автомобили, маленькие в прямом смысле слова. Они на короткой базе, они узенькие, они обладают моторчиками до 1 литра. И этих автомобилей реально много по дорогам Японии. Почему японцы выбирают эти автомобили, когда в их стране очень много любого класса автомобилей? Почему бы себе не покупать минивены, джипы, кроссоверы, хэтчбеки хотя бы? А все почему? Япония не такая большая страна. И в их крупных городах, такие как Токио, Якогама, Осака, Нагоя, мало места для жизни и для автомобилей тем более. И правительство Японии вместе с автоконцернами начали поощрять и взращивать культуру маленьких автомобилей, которые созданы конкретно для передвижения из точки А в точку Б. И равно у нас появилось очень много кейкаров. Все бренды начали делать маленькие машинки. Только Toyota немножечко отстает, и у нее нет такого разнообразия маленьких автомобилей, кроме как литровый Vitz или Toyota Passo. Владельцы кейкаров получают следующие привилегии. Они могут проезжать по некоторым дорогам, по которым уже хэтчбэк не может проезжать. То есть вы можете проехать в какие-то закоулочки парка, оставить ее на специализированной парковочке, и другие типы автомобилей, которые больше по размерам, больше по объему двигателя, не могут туда проехать. А вы на кейкаре проедете. Вы можете по льготному тарифу проезжать по хайвеям. Вы платите транспортный налог меньше, у вас маленький расход топлива, у вас стоит дешевле парковка, и вам нужно, ну, соответственно, у вас маленький автомобиль, и равно вам нужно маленькое парковочное место. В общем, одни привилегии. Поэтому бум кейкаров в Японии набирает только тренд. И их все становится больше и больше, и появляются новые модели. В этом видео мы посмотрим Honda N-Wagon. Я считаю его самым красивым, комфортным и технологичным кейкаром. Давайте к нему присмотримся поподробнее. Итак, почему женщины у нас покупают меха, шубы, песцы, норки, там эти все шиншиллы? Потому что первое, что они скажут, это красиво. Давайте посмотрим на наш N-Wagon. Красивый ли он? У нас белый цвет. Смотрите, у этой модели 11 вариантов расцветки. То есть многообразие поражает. Наверное, ну надо еще поискать, кстати, модели, которые предлагают столько вариантов расцветки. Вообще в кейкарах, знаете, там в плане внешности все весело. Там разные цвета, всякие пластиковые элементы. Там, и у нас тоже они есть, сейчас мы их посмотрим. В общем, как бы японцы поняли то, что кейкары люди покупают, и молодые ребята, девушки, женщины и как бы, ну, офисные мужики, мы тоже их видели за рулем кейкаров. И поэтому нужно делать интересно, нужно делать так, что люди, которые радуются жизни, покупают эти автомобили. Как сказал, самое главное вот в точку. Смотрите, что есть N-Wagon. Это универсал с высокой крышей в сегменте кейкаров. То есть у него высокая крыша, которая 1655 миллиметров. То есть, ну, это практически кроссовер. То есть это, можно сказать, высота Toyota Rush. Высокая крыша.
Смотрите, у нас белый цвет, мы специально на аукционе искали белый, и на белом очень круто смотрятся все жесткости. Смотрите, фара, да, с черными элементами. У нас японец что-то понимал в стиле, он нацепил черные пластиковые колпаки, которые с эффектом под карбон смотрятся. Они стоят там, наверное, там, я не знаю, 1000-2000, но смотрятся просто пушка, как будто у нас карбоновые диски. Вот. В общем, вот такие вот черные пластиковые элементы, фара, бело-черная. Вот, в принципе, и вся внешность этого автомобиля. И она мне в целом нравится, потому что сейчас технологии позволяют выгибать по-разному металл. Они играются с... Так красиво, слеза потекла. То есть они играются с дизайном, они делают еще версии, как вот у InWagon есть топовая версия Custom G. Custom G, вот допустим, вот у нее вот здесь вот, вот эта накладка хромовая, у нее линзовые фары, там другая решетка радиатора, там другой салон. Можно купить себе прям стилевый кей-кар. И есть японцы, которые еще и дорабатывают колесами. Какие-то срезают лейбы. Есть целый тюнинг-ателье, который занимается внешними элементами именно под кей-кары. Представьте, Suzuki Alto, там Daihatsu Move, Wagon Air, N-Wagon. То есть там ты заходишь, у тебя многообразие. Хочешь себе стопы купи, фары какие-нибудь, решетки, колеса, все что угодно. Вот, в общем, в России... Чаще всего, к сожалению, пока, ну, еще не привыкли люди, и они, ну, они обесценивают внешность этих автомобилей и считают их вообще не автомобилями. В Японии же люди, ну, как бы, любят их, покупают их, и там начинают кей-кары обрастать тюнингом. Автоконцерны предлагают множество модификаций, турбины, полные приводы, гибридные технологии там тоже. И все это в одной, допустим, как Suzuki Hustler. Вот, в общем, индустрия кей-каров растет. Внешность еще становится шире. Растут тюнинг-ателье, растут внешние решения этих автомобилей. Ребят, решать вам, красиво нет. Я голосую за красиво. То есть, шуба красива и N-Wagon красиво. 1-1. Так как кей-кары, это моторы до литра, и у нас здесь мотор не то что литровый, а у нас здесь 660 кубиков. У нас здесь трехцилиндровый мотор, называется S07A. Есть с турбиной и без турбины. У нас без турбины на 58 лошадей. Немного, но это и не маленький табун, я вам скажу. Я ездил достаточно долго за рулем кей-кара. Есть еще версия на турбине. Это уже 64 лошади. То есть там у вас все побыстрее. Разгон, динамика и прочее. В общем, все ваши маневры будут побыстрее. Ну и, соответственно, расход. Если вы в теме кей-каров, в технической начинке, то вы, наверное, в курсе то, что кей-кары идут на вариаторах и на роботах. На роботах идут в основном грузовые версии, то есть потому что еще вот эти вот автомобили, там, допустим, Suzuki Alto, да, она имеет пассажирскую версию и грузопассажирскую версию, то есть у нее задняя лавка, падает ровный пол, можно возить коробки за вообще какие-то символические деньги, там 250 тысяч рублей, а в Японии этот автомобиль можно купить за $1000, у тебя маленький грузовичок за $1000, и там на грузовые версии ставится робот, а в пассажирские версии ставят вариатор. Ну, комфортная езда, нету рывков, нету вот этих переключений. Я не инженер, я не знаю, как это технически, ну, объяснить, почему на пассажира не ставят робота и наоборот. Поэтому, если вы знаете вот такие вот тонкости, да, технически, милости прошу, в комментарии опишите. N-Wagon'ы все идут на вариаторах, роботов нету. Есть система старт-стоп в некоторых комплектациях,
Есть полноприводные версии, но через кардан. Никаких электромоторов, подкручивающих задние колеса. Да и в принципе все. Если вы как бы согласны на то, что вы по городу будете ездить без особых рывков, без особой динамики, то для вас у вас не будет вопросов к технической части. Потому что в городе, такой как Владивосток, где очень много автомобилей, что 5-литровый мотор у вас под капотом, что вот такой 660, из точки А в точку Б вы доедете в одно и то же время. Потому что городской трафик, есть городской трафик. На трассе эта машина, конечно же, будет ехать за всеми фурами и прочее, потому что обгоны для вас станут проблемой. Но вы должны это понимать перед покупкой. Особый пункт – это салон. Тот, который мне реально нравится. Смотрите, мы сидим в Кей-каре. Если вы смотрели мой обзор на Suzuki Alto, если не смотрели, обязательно перейдите и просто сравните два уровня Кей-каров. И почему я ставлю свой голос и голосую за N-Wagon. Почему он самый технологичный, комфортный стиль. Смотрим. Здесь у нас комплектация G. И здесь салон не такой полный, какой он может быть в максималке, в Custom G. Что, у нас идет простой пластиковый руль без каких-либо кнопок. Я не расстраиваюсь, потому что у меня есть что? У меня есть печка, которая сделана из тех же самых материалов кнопок, такая же, как в топовом, можно сказать, седане, но выше только легенда. Это Honda Accord, либо Honda Stepwagon, те же самые кнопки. Селектор обычный у нас идет с завода Carrozzeria, магнитола очень хорошая. Приборка нам тоже рисует нам то, как мы ездим. Она нам показывает, сейчас много солнца, и мы не увидим. Когда мы сильно давим педальку, у нас вот здесь вот она загорается красным, желтым, зеленым. Ну, соответственно, зеленым мы экономим бензин. Вот рисует там елочку. У нас компьютер показывает, сколько у нас за бортом градусов в Кей-каре. Привет. Это большая редкость. Вот. В Custom G у нас приборка как на фите. Вот. Но это не главное. За что ставлю свое сердечко салону N-Wagon, это вот за вот этот диван. Потому что у вас нету перегородки. У вас сиденье, можно сказать, диван. И с пассажиром, если вы в хороших, близких отношениях, то, в общем, вы вот этот подлокотничек поднимаете и едете максимально близко к своей супруге или она к вам, если она за рулем. Вот, удобный большой подлокотник, комфортные сиденья, нормальной толщины. А в Suzuki Alto, вы помните, там вот такая вот сидуля, то есть это, можно сказать, автомобильный табурет. И что мне нравится второе, это количество подстаканников и всяких полочек и бардачков. Я вот сюда ехал с кофейком, кофеек здесь. Вон туда кофеек можно поставить. Вот такая вот полочка выезжает, японец сюда, ну, либо с завода, вот вывел зарядку. Электриком отдать можно там не знаю, целую косичку кабелей вывести, там заряжать все, что хочешь. На тебе еще подстаканничек. Вот здесь вот можно что-то там, какой-то там ключ от шлагбаума кинуть. В общем, множество ниш. Еще все в дверях есть ниши. У нас достаточно такие больше, чем в некоторых автомобилях, которые выше классом, которые прям большие, у них бардачочек открываешь, и туда даже ПТС-ка не залазит. А здесь, ну, просто шкаф, я назову. Класс. А все почему? Потому что N-Wagon хотели выделиться в семействе кейкаров. И они сделали что? Они сделали здесь вот такой рычаг. И, в общем, вы можете, если у вас много багажа, то
можете освободить место под багаж, у вас ездит сидуля. Так, у нас там штатные колпаки, чтобы их не поломать. Вот, то есть мы отъезжаем, у нас есть рычажки, то есть мы вот так вот просто по-царски вот так сидим в кей-каре. Эти слова, я понимаю, они у вас в голове, ну, как-то не могут быть в одной связке, но N-Wagon, он ломает стереотипы. От чего кайфую еще, смотрите, вот здесь вот такие вот штуки. Положил айфончик. Все, достал, положил, достал, положил. Вообще, еще маленький, вот здесь вот есть. В общем, ну вот круть, вот сколько стоит на заводе вот эту вот сетку пришить? $2-3. А кайфа сколько? Разгон до сотни. Раз, два, три. Дед на пикапе нас... Нельзя так просто записать разгон до сотни на кейкаре. Дубль 2. Потому что нужно больше 10 секунд. Ну что, пробуем разогнать N-Wagon. Раз, два, три. Хорошее начало. Вариатор быстрее разгоняется, либо робот. Давай. Давай! Приуса 20-ку сделали! Давай! Давай! То есть 20.8, по-моему, была. Ну что, это больше, чем Suzuki Alto. Suzuki Alto у нас разгонялась, ну, примерно что-то там 16 секунд. Ну, в общем, они в одной там. В одной связке идут. В общем, кейка, разгоны до сотни, старт со светофора, забудьте вообще. Перемещение из точки А в точку Б. Задача этих автомобилей. Поэтому молодым, горячим не стоит покупать. И даже турбоверсия не поможет. Вы все равно будете ехать там 18-20 секунд сотню. Все кейкары обладают короткоходной подвеской. Из-за этого вам будет казаться, что она такая жесткая. И она действительно жесткая. Шумоизоляция. Она лучше, чем... Я когда продал Крауна, и мой Lexus был в ремонте. Вы в курсе? Я мотор положил на Lexus во время съемок. Если не видели еще, спускайтесь вниз. Там будет ссылочка на этот обзор. А, ремешочек. То есть машина нам намекает пристегнуться. И что я вам хочу сказать про безопасность. То, что этот автомобиль Honda N-Wagon, это единственный кейкар, который вошел в рейтинг по системе GNCAP. Это система по безопасности, рейтинг автомобилей. И N-Wagon набрал там 178 баллов. То есть это строение кузова, подушки, безопасность пассажира, водителя, пешеходов и так далее. В общем, эта машина еще и безопасная. А в комментариях, дружище, ну мы пишем про безопасность, конечно, пешеход всегда будет пропущен. Старт-стопик у нас работает. Безопасность – это то, про что пишут нам люди, которые смотрят наши видео, и они смотрят такие автомобили, какие-то фургоны, какой-то там коммерческий транспорт, типа как Probox, K-Car, и они пишут, это капсула смерти там. Ну, в общем, они боятся за, ну, в общем, что будет во время ДТП. И в этой машине вы можете расслабиться, потому что здесь система безопасности, вот даже вот сейчас нам автомобиль. Кстати, на самом деле напоминание пассажирам и водителю, что нужно пристегнуться, это также пункт в оценке безопасности автомобиля. Вы представляете? Вот, в общем, N-Wagon это равно безопасно в сегменте кейкаров. Так, шумоизоляция. Закроем окно.
Так вот, когда я ездил на Suzuki Alto, когда я продал Crown, и мой Lexus был в ремонте, я вам скажу так. То есть я почувствовал все прелести этих автомобилей и шумоизоляция. То есть ты слышишь, как у тебя переключается робот, в Suzuki Alto был робот, как работает у тебя мотор. В общем, все звуки ты слышишь технические, которые происходят в автомобиле. Здесь шумоизоляция на уровень повыше. Здесь тяжелая дверь. Здесь она тяжелая. Практически как на... Ну, я бы ее сравнил бы, знаете, где-то вот с Алионом. Вот по тяжести, по плотности двери, это где-то Алион. Расход у N-Wagon, я взял его с отзывов на дроме. Реальные пользователи, реальные владельцы N-Wagon писали. И у всех расход там от 4,5 до 6,5 литров. Зимой, естественно, повыше, летом чуть пониже. В общем, ориентируйтесь на 5 литров на сотню. В режиме города это неплохие результаты, которые получает Aqua или Note e-Power. Но там гибриды, там другая стоимость, прошу заметить. А здесь у нас стоимость практически в 2 раза ниже, а расход такой же. В общем, честно говоря, при езде тебя, ну вот, ну жестковато, да, короткоходная подвеска. По езде ничего не напрягает, и ты не чувствуешь, что ты едешь в какой-то самой бюджетной тачке из Японии. Нормально, нормально едешь, то есть тебя ничего не напрягает. А если был бы еще Custom G, кнопочки там потише, пониже, принимаешь вызов, общаешься через руль, не отвлекаясь от дороги. Сказка. Ребята, вот пример кейкара в классическом его варианте. Это у нас Suzuki Alto. Я на такой машинке ездил, пока вот мой Crown был продан и Lexus был в ремонте. Смотрите, видите, вот это вот прям капсула, то есть маленький размер. И по сравнению с ним мы сидим с Антоном в салоне N-Wagon просто как короли. Этот парень сейчас там, можно сказать, ютится. Но они все равно мне нравятся. Даже вот такие форм-факторы вот такого кузова, посмотрите, он все равно стильный. Друзья, что по ценам на кейкары? Смотрите, кейкары начинаются от 250 тысяч рублей, допустим, как Suzuki Alto. Конкретно варианты Honda N-Wagon начинаются от 350 тысяч рублей. То есть это самые простые версии, это не G-комплектация. У вас будет немножко другая решетка, у вас не будут бело-черные стопы. В общем, такая чуть-чуть попроще, но кузов тот же самый. 350 тысяч рублей. Сейчас G-комплектация начинается от 370 тысяч рублей. И всеми желанная Custom G, она будет стоить сейчас от 430-450 тысяч рублей, потому что это достаточно таки редкий зверь, в большинстве своем продаются простенькие варианты N-Wagon, и за Custom G как бы идет охота, особенно если у вас такие цвета популярные, как белый, черный, какой-то красный, за ними реально идет охота. За такие деньги люди в России хотят что-то купить побольше, и они обесценивают кейкары. Ну, говоря, серьезно не относятся, вот так более корректно сказать. И покупают что-то старее годом, объем больше. Там, у этих автомобилей 33 хозяина уже, неизвестная история, пробег неизвестен и так далее. У нас другой подход. То есть мы продаем автомобили, и мы топим за то, что все-таки... лучше за там 400 тысяч рублей выбрать кейкара, который очень молодой, 16-17-15 год, у тебя самые актуальные технологии, которые есть у компании, технологии кейкаров, они самые актуальные, маленькие моторчики, вариаторы уже последнего поколения, у вас ликвидный автомобиль с маленьким расходом топлива, у вас автомобильчик, который занимает мало парковочного места во дворе, вы можете запарковаться, вот Антохин крузак, там, ну, постараться можно запарковать 2 кейкара.
за место этой 80-ки. Ну, плюсов очень много. Поэтому я бы на вашем бы месте 400 тысяч рублей потратил бы на вот этот автомобиль, чем на какой-либо старый, допустим, Марк 110. Но это мое субъективное мнение. А вот ваше мнение я хотел бы услышать в комментарии. Куда потратить 400 тысяч рублей? Итак, друзья, подводим итоги. Кто у нас набрал больше баллов, шуба или кейкар? Тепло и сухо. И там, и там. То есть в шубе тоже неплохо. Поговаривают девчатам. Хотя у меня тоже есть шуба, если вы смотрели обзор на Royal Crown, Royal Saloon. Так, второе. Можете зацепить подружек и поехать попить кофе, или поехать в кафе. А в шубу никого не пригласишь. Одна будешь ходить. Поехала куда хочешь. Вот куда хочешь. Хочешь за город, хочешь. В общем, ваши передвижения ничем не скованы. Четвертый пункт, который забирает кейкар и не может забрать шуба, это всесезонность. Потому что можно и летом, и зимой кейкар на все сезоны. Хотя некоторые индивиды, даже я видел в мае во Владивостоке, ходят в шубе. Так им нравится, но все равно им скоро ее придется снять. И пятый. Можно дать поносить мужу. Ну, поносить, в смысле, ну, дать прокатиться. Его машина, допустим, в ремонте, или там он просто хочет со своей большой тачки сесть в маленькую и покайфовать, потому что в этом есть кайф в управлении маленькой машиной. А норковую шубу вы можете дать ему поносить, но если он изъявит желание, вы только можете ему дать дом поносить. С зала до кухни. Вот, в общем, ну что, у нас кейкар выигрывает, конечно же, у шубы. Вот. И вы знаете, мое отношение к меховым кожным изделиям, оно сугубо отрицательное. Потому что ради того, чтобы на себе носить красивую, да, красивую шубку, сколько страданий из-за этого понесли маленькие зверьки. Вот, посмотрите на ютубе, наберите производство шуб меха, и вам никогда больше не захочется носить мех. Друзья, мне очень интересно ваше мнение. Я буду вас очень ждать внизу в комментариях с такими ответами на вопрос. Что бы вы купили? 350-400 тысяч рублей. Вы бы купили все-таки какую-либо старую машину, ну, с большим объемом, с там другими размерами, либо вы бы выбрали что-то из семейства кейкаров свежего года. В общем, куда бы вы дели свои 400 тысяч рублей, мне будет очень интересно. И прокомментируйте, пожалуйста, все-таки наше сравнение шуба-кейкар. Ну, все-таки голосовалка актуально, чтобы вы подарили своей жене. Ребят, жду вас в комментариях. Поставьте лайк, подпишитесь на канал. Пока. Компания «Сферокар» предоставляет полный комплекс услуг по подбору, доставке, растамаживанию и отправке по России автомобилей с аукционов Японии. Компания «Сферокар» – ваш эксперт в выборе качественного автомобиля.